Здоровье человека закладывается с малых лет. Сегодня это прописная истина. Однако действительность все больше и больше, начиненная новыми компьютерными технологиями, уже на выходе из средней школы делает детей, мягко говоря, не совсем здоровыми. Один из путей решения этой проблемы – грамотная организация физкультурно-спортивной работы в школах. Яркий тому пример – школьная лига по футболу, организованная по инициативе губернатора Пензенской области Василия Кузьмича Бочкарева. На протяжении всей недели в спортивных учреждениях как области, так и города проходят соревнования между учащимися средних учебных заведений. Эти соревнования вот у юниоров были очень интересные, потому что в финале за первое, второе место и за третье, четвертое место все закончилось пробитием пенальти, так называемых. Но если в футболе это 11-метровый, то в мини-футболе это 7-метровый. Во время проведения всех этапов этих соревнований уже выявились конкретные лидеры. Вот уже сегодня третий день игр. В основном лидируют все-таки те же школы, что и были победителями в тех возрастах. Это все-таки в лидерах 5-я школа идет без поражения, 3-я школа идет без поражения, 14-я школа идет тоже без поражения. Как отмечают организаторы соревнований, к этому виду спорта большой интерес проявляют юноши. К сожалению, в нашем городе еще не создана сборная команда по футболу, состоящая из девушек. Но это, как говорят организаторы мероприятия, вопрос времени. В результате призовые места в возрастной группе 2000-2001 годов рождения заняли 6-я, 2-я и 5-я школа. Среди юношей 1998-1999 годов рождения спортсмены 21-го лицея 4-й и 6-й школы. У мальчиков 1994 и 1995 годов рождения в лидерах идут учащиеся 5-й, 3-й и 14-й школ Кузнецка. А завтра финальные игры состоятся среди футболистов 1996 и 1997 годов рождения.